не боролся, знаешь, уже. Ну все, забыл. Так, что мы делаем? Боимся? Давай. О, без старта все. Да. Я. Давай, ты меня ставливаешь. Я тебя придержу. Приятно, допустим. Все, давай. Все,
здесь больно. Ну, ты ее уворачиваешь. Не, я могу рывками. Насколько, где? Вот, где? Ты давишь, я вот держу, я что же типа, ну, пытаюсь вот так. Я вот так вот делаю. Ты ее вот как бы вот так немножко разворачиваешь, я затяну тоже. Ну и придерживаю. И ты мне вот сюда тоже, ну, пьешь, и просто держать неприятно. Да, давай, конечно. Я либо как бы должен с такого положения тебя рывками атаковать, но долго так держать не получится. Да, да, понятно. Вот это, блин, тема работает. Рука, локоть работает. Но я все равно чувствую, как бы ты даешь мне все равно бороться. То есть, если мы здесь начнем, ты выбиваешь, и все, бля, я уже. Ну я тебе, ну ты сказал бороться, я как бы, ну, стараюсь держать. Да. Давай просто поборемся. Я тебе как бы, я не даю вот это включение. Давай. Хорош. Хорош. Нет, тут что-то ослаб. Меня вот что-то в кисть бьет. Сейчас я даже не прилагал усилий. Меня бьет сюда, и я... А? Мне неприятно. А мне вот это уже, когда резко бьешь, здесь, видимо, разрыв угла идет, и тоже связка. То ли надо чуть это... дать какой-то нагрузочке, ну блин, я тогда вообще всрусь. Наверное, не надо нагрузочки. Так. Там просто отвязать и все. Давай. Так, тебе ну, это допустим, надо отвязать. Мне надо. Да. О, уже, блядь, вес. Хорош. Вот это вот хорошая тема. Пошел хорошо. Вот этого хватает, не поверишь. С центра. Давай. Давай. Хотя можно эти не переставлять, я думаю. Забей, Санек. Ты хочешь переставить? Так, чисто ориентир. Тогда ты левую сдерживай меня. Просто не бори, а именно держи. Ты попробуешь. Да, да. Ты вообще не чувствуешь, да? Не, я чувствую, но я держу нормально. Давай, пошел.
Ой, это нереально. Так я сейчас подержал, я такой типа. Какие-либо сделать движения. Меня настолько держит. Я причем стараюсь ну, не бороть, а просто постоять. А так вообще. Шесть. Ну зато, да? Включайся. Уже даже вот так уже чувствуется. Давай, давай. Крутись. Давай. Не, отпусти, я не слежу. Потому что я же боюсь.
другое. Сначала просто заборюсь, руку подержать. Нет, пизда. Ты руку к себе, руку к себе, сам, ближе. Я не могу, мне не хватает сил. Нет, я сейчас ничего, ты просто... Я сейчас ничего. Ты собери, руку собери, вот так, и разворачивай корпус. Все, и дави просто вниз. Только весом своим, так сверху, прям накладывай вес. Ты чувствуешь, что я что-то делаю, нет? Не чувствуешь? Ну, нет, весом нет. Это надо без веса пробовать. Ну-ка, дай-ка, дай просто. Хочу. Право и право. Сейчас просто не это, не борись, просто чтобы я понял. Просто типа, держи меня, дай мне нагрузку небольшую. Ты мне сейчас просто пытаешься выдавить. Что делать? Ты не понимаешь. Вот дай руку. Вот опусти. Вот ты соберись, вот прямо, чтобы у тебя вот так вот будет. То есть плечо надо. Да. То есть мне надо выше встать. Да, да, да. И просто вот, ну как бы, вот оно у тебя уже никуда не развалится, вот эти ребята дай. То есть ты прям бицепсом себе. Так, ну-ка давай. Прям висни по максимуму. Блядь, что-то, да? Ну, я чувствую, что это может быть травмоопасно. И вот попытаться не прям, ну, как у тебя сейчас рука, а прям вот, ну вот. Я понял, да. Колорадо посмотри, он прям. Чисто над ней. Да, просто висеть на моей руке. Вот так вот, да, чтобы у тебя рука здесь была, а ты мне просто повис на ней. Правая сейчас что-то убилась просто. Я сейчас вообще почти не давлю. Типа она. Просто стены. Я просто не давлю. То есть вот. Я знаю. Как бы чуть-чуть. Да? Жестко. Сейчас сложно, да? Не-не, я пытаюсь так, чтобы он не. А, все равно. Не, ну прям есть места, где супер дискомфортно, сразу держать не хочется. Да. Да так вот так. Я то же самое испытывал сейчас. Только маленькое натяжение. Да, 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 да. Ну это отрел, честно. Ну это вот супер эффективно.
Больше не нужно даже бороться. Сейчас второй и уходим. Погнали. Все.